В центре города на доме по адресу Депутатская, 38, сегодня открыли мемориальную доску в честь народной артистки СССР Анны Покидченко. Актриса – единственная из новосибирцев, кто удостоен титула «Народное достояние России». В этом доме Анна Покидченко, которую называют легендой театра, жила много лет. Она служила в «Красном факеле» с 1958 года, а свой последний спектакль сыграла в декабре 2013. Всего на сцене актриса воплотила 105 ролей. И, как говорят коллеги, даже второстепенный персонаж пьесы в ее исполнении, благодаря таланту и уникальной харизме, приобретал основное звучание.